Здравствуйте, вы на канале интернет-магазина «Автозвук Картель», и сегодня у нас в обзоре магнитола для Volkswagen Polo на Android. В первую очередь расскажу о комплектации магнитолы. В комплекте с магнитолой идут два выхода USB, они выводятся в бардачок. Также в комплекте с магнитолой внешняя GPS-антенна, необходимая проводка, которая подключается в автомобиль штекер в штекер, без каких-либо доработок штатной проводки. В комплекте также штекер на камеру заднего вида и комплект выходов на внешний усилитель на сабвуфер, внешний усилитель на многоканальные усилители, то есть усилители для тыловых динамиков, а также выходы на переднюю камеру и выход на потолочные мониторы дополнительные. Также в комплекте идет переходная рамка, которая подходит не только на автомобиль на Volkswagen Polo, а также на автомобили Jetta, Tiguan, Touran и так далее. То есть взамен штатной магнитолы RSD, либо пластиковой заглушки. Сама по себе рамка двухсоставная, то есть это основная часть. И еще одна рамочка, которая закрывает отверстия технологические. Магнитола имеет новую современную схемотехнику, поэтому у нее небольшая установочная глубина. С тыльной стороны магнитола выглядит вот таким образом. Входы на магнитоле расположены таким образом, что штекер в какой-либо неправильный слот просто не подключится. Вот так выглядит магнитола в своем включенном состоянии. В первую очередь скажу, что экран покрыт закаленным стеклом 2,5D. Оно не боится морозов, а также не царапается. Для того, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитолы, рекомендуем подключать ее к интернету. Подключение можно сделать двумя методами. Во-первых, это раздать интернет с телефона и подключить, всего один раз настроить подключение. Либо в один из входов USB установить 3G или 4G модем, и интернет будет стационарный на магнитоле. В данном случае у нас подключение через Wi-Fi к телефону. Вот, то есть подключение сейчас. Соответственно, на магнитоле есть интернет, и покажу, какие это дает возможности. Давайте пройдемся по нескольким приложениям, предустановленным. К примеру, это онлайн-ТВ, реализован за счет приложения Light HD. Здесь тысячи различных телеканалов. Давайте, к примеру, запустим телеканал ТНТ. Через мгновение телеканал уже в прямом эфире. Сейчас к магнитоле не подключены динамики, но изображение мы уже видим. Также на магнитоле есть удобный Яндекс.Навигатор. Давайте запустим, посмотрим. Сейчас к устройству подключен GPS-приемник, поэтому определяется местоположение. Вот, обратите внимание на скорость работы. И давайте попробуем проверить, как работает встроенный микрофон и как Алиса распознает речь. Поехали, Сити Парк, Саранск. Поехали. Поехали. Все, то есть Яндекс.Навигатор работает быстро, корректно. Также, так как это Android, точно так же, как и на телефон, мы можем установить любую другую удобную, к примеру, Navitel, Tugis и так далее. Магнитола поддерживает Play Market, то есть синхронизировав со своим Google аккаунтом или создав новый, мы можем пользоваться всеми прелестями Android-системы, то есть выбрать любое из интересующих из миллиона приложений и установить на данное устройство. Это может быть антирадар, это могут быть различные игры для детей и так далее. Также хочу отметить, что
вот эта сенсорная часть с кнопками при включении света ближнего или габаритов также будет включаться, подсвечивается она белым светом, и можно отрегулировать настройки яркости, то есть когда вы будете включать свет, насколько сильно будет магнитола притухать. Если рассказывать о каждом приложении отдельно, то обзор займет несколько часов. Основные функции мы разобрали, скорость работы я показал. По другим интересующим вопросам пишите мне в WhatsApp. WhatsApp я укажу прямо в описании к видео, а также в описании будут все наши соцсети с работами и примерами установки.